Один из популярных брендов шоколадной индустрии. Более 25 лет в Люберцах работает кондитерская фабрика «Волшебница». Предприятие неоднократно занимало лидирующие позиции и признавалось одним из лучших в своей отрасли. О последних достижениях компании на следующий сюжет. В конце 90-х на этой площадке изготавливали только сырье для кондитерских изделий. Но у руководства фабрики были планы выйти на собственное производство шоколадной продукции. В 2010 году процесс был запущен, и на сегодняшний день лакомства этого бренда знают многие сладкоежки. Начали мы с очень такой знаковой для нас рецептуры и знакового продукта, по которому узнают нашу фабрику. Это наш супернежный классический трюфель, который мы производим с 2010 года. На рецептуру и технологию производства этого продукта организовывали непосредственно французские технологи, были приглашены. Сегодня, помимо классического трюфеля, фабрика производит более 200 наименований кондитерских изделий. Постоянно появляется инновационная продукция. За разработку шоколада для детей с антикариесным эффектом предприятие получило медаль на международной выставке «Продэкспо». Могу пожелать такого устойчивого положения на рынке, ну и роста благосостояния именно работников, чтобы росла заработная плата. А это будет, когда есть заказы, когда есть потребитель и есть качество. Здесь все факторы эти все есть, поэтому я думаю, что у предприятия хорошее будущее. Представители Совета депутатов отметили профессиональную работу коллектива благодарственными письмами. В зависимости от сезона на кондитерской фабрике трудится от 120 до 180 человек. В год они производят более 3000 тонн сладостей. Луиза Игиасарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.